университетом стоят чисто научные задачи, а именно первый из них – это изучение репродукции, то есть воссоздание нашего вида с вами, вида человека. Рассказывает директор центра, профессор Николай Михайлович Победитель. Эта проблема, естественно, волнует не только нас сегодня, она волнует все страны, она волнует и высокоразвитые страны, волнует она и развивающиеся страны. Наше учреждение в Дели.